Сегодня 2 мая, и вот такое бушующее море. Впереди маяк. А вот там вдали это затонувшее судно, которое здесь осталось как на память. Ветер сильнейший. Привыкли все отдыхающие к ласковому морю, а вот оно бывает и такое. Вчера было спокойное, тихое, ласковое, а сегодня вот такой у нас шторм. Приехали многие сюда туристы посмотреть на маяк и на вот такое неспокойное море.